когда машина бесхозно стоит, вот что с ней происходит. Белый эскалейд на самой верхней точке внутреннего поворота. И вот его бочина, которая постоянно попадает под коммунальные машины, грузовые, мусорные. Пока водитель смотрит в телефон, его немножко отвлекает все это. И он задевает там, чем попало. Вот такая вот ситуация. 2 года машина бросана. В первый год ей бьют задний фонарь, заднее стекло. Потом стоит 2-й год. Ей сносят дверь, зеркало, крыло. Это стекло еще целое пока. Дверь задняя. Все заклеили. Вот такое отношение. Переднее колесо, запаска. По остальному все целое. Вот такой неприятный случай. Что-то случилось с хозяином, а второй член семьи не может справиться с этой машиной. И убрать ее не может. И ничего. Диски начали загнивать. А так по кузову ни одной ржавчинки. А задний фонарь, по-моему, еще, да, у нас? Задний фонарь разбит. Задний фонарь, задета задняя дверь, крыло, заднего стекла бокового нет. Такая вот ситуация нехорошая.